Весело и с позитивом провели время на свежем воздухе вместе с друзьями и учителями. Учащиеся средней школы-интерната номер 2 отпраздновали День здоровья, устроив эстафету соревнований и увлекательных флешмобов. Как это происходило в нашем следующем сюжете. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. И хоть сбора картошки не было, это не помешало ученикам школы-интерната номер 2 вдоволь побегать, попрыгать, попеть, потанцевать и принять участие в дружественных соревнованиях. День здоровья, семьи или независимости – любой праздник для учеников этой школы стараются сделать особенным. Ведь школьная пора – самое запоминающееся время в жизни любого человека. Такие мероприятия сплачивают наш коллектив, помогают детям узнать побольше о пользе здоровья, пропаганда здорового образа жизни, заниматься спортом, тренироваться. Ну и свежий воздух – это всегда красиво и здорово. И дети это ценят и понимают. Вот почему и обожают эту школу. Мне очень нравится здесь учиться, и я не хочу уходить из этой школы. А на физре, на ФК мы играем в волейбол, футбол, занимаемся на тренажерах. Ну и нагрузка тоже неплохая. Моя школа очень комфортная, там хорошие учителя, хорошие ученики. Мы все там хорошо общаемся, дружим, и с учителями тоже у нас хорошие отношения. Специальная школа-интернат номер 2 образована в 1966 году. За это время здесь успешно реализовывалась не одна программа. Второй год подряд в ее стенах ведется социальный проект «Семья и школа. Диалога к партнерству», а также десятки других мероприятий, направленных на всестороннее обучение детей. Ребенок здесь, во-первых, не теряется, он раскрывается, участвует в различных секциях, не надо никуда водить. Она участвует и на шахматы ходит, и вот сейчас мы хотим на вокал записаться. И, ну, специализированно, во-первых, медики там за ними смотрят, у них есть специальные упражнения. Везде организовывается все очень хорошо, всегда все как бы интересно, все это. Везде участвуем, как бы во всех мероприятиях, вообще на всех даже праздниках касаемо это. Вот. Вам нравится учиться в школе-интернате? Да, в принципе, школа очень хорошая, как бы все условия, как бы все, что как бы это, вот, педагоги, все, в принципе, действительно хорошо. Ребенок очень стремится в школу, как бы ему нравится. Недавно выпускники школы заняли 4-е место на республиканском чемпионате по футболу в Алматы, а накануне ребята принимали участие в республиканском фестивале «Жолдызай» по легкой атлетике, бестаз и асхату. Роберт Граф, Меджан Джумамуратов, Наталья Заяц, 5-й канал.